И пусть погода за окном далека от новогодней, праздник этот никто не отменял. Какой же Новый год без елки, Деда Мороза, Снегурочки и, конечно же, настоящего новогоднего чуда. Вот и сегодня нескольким сотням орловским девчонкам, мальчишкам подарили настоящую новогоднюю сказку. Традиционная губернаторская елка собрала сегодня 600 юных орловчан. Среди них те, кто попал в трудную жизненную ситуацию, кто отличился в учебе, спорте, творчестве и те, кому особое внимание. Самые искренние желания загаданы, самые заветные мечты ждут своего исполнения. Осталось лишь встретить того, кому под силу это все осуществить. Артисты театра на сегодня сменили свои имена на Дед Мороз, Снегурочка, мыши и многие другие. Все для того, чтобы увидеть заветное – улыбку на лицах детей. Сегодня мы в Грин-центре рады поздравить наших любимых деток, для которых Новый год – это самый, наверное, сказочный праздник. И мы очень счастливы, что именно сегодня мы можем подарить такую радость и волшебство. И вот главный персонаж у елки, но чего-то явно не хватает. Самые теплые пожелания маленьким орловчанам сказал губернатор Андрей Клочков. Каждый из вас, да и каждый из нас с нетерпением ждет наступления Нового года, наступления этого яркого события. И мы постарались действительно оправдать все ваши пожелания, все ваши надежды, подготовили для вас большую развлекательную программу, сделали праздник ярким, красочным, с множеством подарков. Сказочный спектакль стал прекрасным продолжением этого радостного праздника. Анастасия Гришина, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной». Я всегда...